Всем приветики, ребятки, с вами Герман, и мы продолжаем играть в игрушку Sword and Souls. Итак, я вам хочу рассказать, что произошло вне видео. Вне видео произошло то, что я опять раскачал своего героя, персонажа, уже практически по максимуму, если считать по умениям. Глядите, какая атака у нас вообще просто до сумасшествия. Взял ему 80-й левак, и сейчас мы с вами пойдем бомбить арену. А, еще сейчас похаваем у гриба этот... Возьмем бабок, не знаю. Короче, сейчас скормим клевер грибу. Я уже не знаю, защит мне вообще очень мало дают опыта. Я фиг знает, что я буду делать на самом деле. И смогу ли я пройти эту игру или нет. Но я думаю, я тогда говорил, что будет серии 50 по ней. Но если, конечно, снимать все арены мои, то да, серии бы, наверное, под полтинник бы и вышло, в общем. Но я так не делаю, поэтому, то есть, как бы стараемся самое интересное, самое такое. Так, вот мы еще повысили левел. Отлично. Я весь левел сейчас все кидаю в атаку. Я хочу, чтобы меня перс просто сносил. 93 тысячи демага. Вы просто понимаете, да, насколько это эпично. Так, и здесь у нас практически все по фулу. Великолепно. Давайте заглянем сюда. Так, что тут мы можем купить? Я думаю, надо поменять лук. О боже, какая-то утка. Боже мой. Ладно. Все, давайте воспламеняем на арену и посмотрим, что мы тут сможем сделать. Да, да. Вот это уже по красоте. Я не зря качался. Вот защит очень мало всего дают. Защит имею в виду, когда на арене. Ох, но... Мы с вами близимся к финалу, я, конечно, не знаю, сколько здесь всего батлов, ну, как, не знаю, примерно помню, потому что я смотрел англоязычные видео, но мы, по-моему, сейчас очень далеко от финала, прям очень-очень. Но ничего, посмотрим, насколько меня хватит, насколько я дойду, но, наконец-таки, я осуществляю свои мечты, я их реализовываю, то есть вот оно, видение, вот то, что я хотел. Я хотел всегда на своем канале... чтоб у меня эта игрушка была, ну, как всегда. Когда я увидел только видео по ней, американский, я тоже себе захотел ее. И в итоге потом русских еще летсплееров посмотрел. И все, никак, никак, никак. И вот, наконец-таки, все-таки я уже ворвался. Ворвался, и теперь я могу насладиться, теперь, что у меня на канале будет вот такая вот игра. Так, ну, тут, я думаю, все-таки мы будем станить его, потому что... И теперь, так как это у нас, смотрите, как он бьет теперь. Вообще просто там 9 или 10 ударов у него получается. Вообще топовский вот этот финальный скилл у него. Мне он нравится. Так, идем далее. Идем далее. Вот шмотки как-то не... Не, ну хотя в принципе он прикольно смотрится. Давай уже разрушай просто. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь мобов уже надо убить, офигеть. Я даже не знаю, как в дальнейшем прокачиваться атаку, вот честно. Конечно, по атаке очень сильно мы, так сказать, просели, потому что в тренировках у нас все плохо с атакой. И вот если по чесноку, у меня вообще беда. А по всему остальному, в принципе, нормально. Вот со щитом, но со щитом очень мало дают, когда вы набираете там где-то x200, потом сливаетесь опять x200. И выходите, допустим, вам всего лишь там... 400 щита дают, 400 единиц. Вообще ни о чем, и как бы это мне немного напрягает. Ну, то есть маловато дают. Так, давайте хильнемся, потому что проигрывать не хочется. У нас уже почти полмиллиона хп. Это вообще круто-круто. Давай, решаем вопросы по-быстрому. Ой, так, у нас еще есть поисон, так что это такое вообще? А, это сразу двойной яд нам дает, отлично. Ну, все, я думаю, мы с ядом его загасим. Надеюсь. Хотя, я, наверное, зря так сделал. Или нет? Просто не хочу какие-то дополнительные поушены тратить. Ну, все, отлично. Отлично, ребятки. Проходим мы, конечно, четко. 25-я уже арена. Нет, 25-й этап, вот так вот. О. Да, крит тоже хороший, хотя крит я плохо качал, если честно. Если бы я прокачал сильнее крит,
мы бы намного лучше сносили. Хотя можно было и у ворот прокачать, но в итоге я немного похалявил. Ну как похалявил, просто времени тоже не очень много, очень сильно зависать в игрухе не получается. Если бы было бы очень много, я бы, конечно, зависал бы. И поснимал бы, и было бы, конечно, много чего интересного. А так пока нет. Нет-нет. Никакие гоблины, прикольно. Гоблины. Так, опять ведьма. Я все-таки надеюсь, что получим вампирку какую-нибудь. Ибо, то есть, не хочу что-то тратить из своих скиллов. Интересно, мы с вами до 30-го дойдем? Конечно, тут мобов-то больше намного. И, возможно, что нет. Но надо надеяться на лучшее. Как так? Вроде ж нажал. Или прокатил. О, вампирка сработала, но что-то очень мало. Поэтому юзаем отхил. И будем сейчас разрывать босса по нашей супер схеме. Как всегда, стан. Давайте вот так вот. И вот так вот. О, вообще по красоте. О таком можно было только мечтать, чтобы так зашло. Бах, бах. Ну, все. Труп. Хотя, гляньте, 80к ударил с одного раза. 80 тысяч это довольно приличный урон. Даже когда у меня 400. Есть. О, уже идут у нас... У нас были изумруды, теперь у нас идут этим. Как их? Рубины. Рубины красивые камни. Мне нравятся рубины. Так что сейчас мы должны их просто заполучить, эти рубины. Да, тут уже рыцари с хп-хой практически как у меня. Гляньте. Уже почти-почти как у меня. Поэтому... Как? Чё за фигня? Я ж... Нифига не понимаю. Вроде все делаю по инструкции. А инструкция не срабатывает. 83 левел. До сотни, вот если докачаться. Я думаю, в принципе, возможно до сотни докачаться, но туго, очень туго. Хотя у меня крит плохо прокачан. Если прокачать хорошо крит, еще на увороте посидеть, то можно, я думаю, как раз апнуть сотый левел. Это позволит еще дальше пройти. Если еще на атаке посидеть, то вообще будет шикос. Опять что ли не успел нажать? Ну ладно. Ух ты. Так, отхил. Хотя, наверное, я его зря использовал. Походу, да. Гляньте, вот у ворот я не зря прокачал. Там сколько процентов у нас было, не помню, но он реально спасает. Вот прям действительно у ворот дает спас. И мы нарываемся на босса непосредственно сразу. Яд, сразу все дела. Круто. Сколько ж он ударит? Промазал. Ну, тебе не повезло, друг. В блок 32, ну где-то 160, наверное. А, не, 98. Думал ударит больше, если честно. Но в итоге не ударил. Рубины, 4 рубина. Офигеть, мы все-таки тоже очень неплохо заходим. О, гляньте. Вот на кого оно похоже, я даже не знаю. Это чудо-юдо. На кого-то похоже. Яд 46 отнимает у нас. ХПхи. У него, походу, иммунитет довольно плохой к яду. Наверное, когда он только загорается, надо сразу же нажимать, тогда он будет атаковать. А так у него что-то не получается. Когда я клацаю, я, наверное, то ли поздно, то ли рано, то ли фиг пойми. 69 бьет, нифига себе. Не хуже жизни больше, чем у меня. Но это меня не остановит ни при каких обстоятельствах. Вампирка не сработала. О, помните, у нас был такой босс. 70, офигеть. Есть, зарубили его. Отлично. Тин-тан-та-да-тан-тан-та-да-тан. Уже напряженочка начинается довольно-таки. Хотя. Просто станы. Вот было, вот прокатывали бы чаще станы, чаще увороты и всякая другая лабуда, было бы полегче. Ух ты, блин, опасно было. Было опасно. Все-таки придется использовать двойной удар, чтобы победить.
На этой птице, естественно, тоже используем двойной удар. О, это будет грех, если мы его тут не используем. 73. Я боюсь представить, сколько бьет босс. Босса со стана выпускать вообще не будем. Сразу в стан. Яблоко, друзья, яблоко просто. Стан не прокатил. Я накосипорил, парни, я накосипорил. А, мы все равно уклонились, все. Все по красоте. Все по красоте, реально. Я зря этот переживаю. У нас все четко. Кританут, я сомневаюсь, что это гнилое яблоко, которое еще и вспотело, может критануть. Вот так вот, мы просто четкие парни. Заходим нормально. Мы четкие. Так, 28 этап. Давайте, заходим на 28. Будем гасить 28. Двойными ударами будем бить, чтобы быстрее с ними разделываться, ибо у нас не хватит ни фласок, ничего. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь мобов также. В принципе, ничего сильно не поменялось. Как было 7, так и осталось. Эти ведьмы всякие дурацкие. Так, вампирик не сработал. Это не есть. Хорошо. Ну ладно. Нифига себе, у тебя луч. Хотя он что-то слабо, да, бьет? Или мы в блок ловим? Не знаю, куда мы ловим, но что-то слабо. Так, двойной удар. Бамс. Вот когда, да, все прокатывает, когда это просто четко. Хочу... О, вампирик, вампирик спас. Станчик. И погнали. Разделывать типка на мелкие куски. Потный гоблин, видите, он вспотел. Он как только вышел, он настолько испугался нас, что он сразу же вспотел. Мы его еще уткой по морде. На тебе, друг. Ну, еще эта ведьма сраная. Мы ее сейчас тоже зафигачим. Да, мы все-таки этот этап пройдем. Да как ты... Что за дичь? Так, я думаю, стан надо потратить на него. И двойной удар тоже потратим. Потому что у нас на всякий случай есть молния. Мы всегда можем застанить на крайняк с молнией. И, наверное, так сейчас и будем делать. На тебе с молнией. На тебе яд. Супер удар. Та-т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 а. Это... Ой. Сейчас вам скажу. Блин, представляете, в голове Леонардо Ди Каприо всплыл. Ах, черт. Как же ж называется? Д'Артаньян, во, это... Мы Д'Артаньян просто. Ха-ха-ха, с мечом прыгнули, как Д'Артаньян. Сколько денег? Сколько денег, друзья? Сколько денег? Рубины, рубины. 71 рубин. Давайте пофигу, еще 29-й будем делать этап. Тут уже почти 700 хп. Но я думаю, мы затащим. Хотя, ой, зря, зря я, конечно, дал стан. Стан на стан. Ну ладно. Надеюсь, вампирик будет тут тащить у нас. Если он не будет тащить, то и мы не будем тащить. Еще 4 молнии. В принципе, мы можем застанить на каком-нибудь этапе моба. Если прям будет вообще жестко. Потом также можем подхилиться. То есть, ну, в принципе, у нас практически с вами все продумано. Практически. Ключевое слово. Гляньте, у него посох светится. Типа, четкий тролль. Четкий тролль. Прям вообще четкий-четкий. А у них иммунитет есть. Видите, 23. Забирают. Ух ты, блин. Отхиливаемся. Отхиливаемся. Блин, дохился. Хух. Опасная ситуация. Получилось. На самом деле. Увидели? Это было жестко. Потный тролль. Мы тебя заберем с собой. Так. Блин. И хилка еще не восстановилась. Да, что-то мне подсказывает, что, возможно, вот этот вот мы можем не затащить этап. Нам должен вампирик просто постоянно у нас срабатывать. Если он будет срабатывать, тогда мы затащим. Ну, как видите, что-то он подводит сейчас в данный момент. Два удара, два удара. Отхил. 720 хп. Вы видите, сколько? Это жесть. Так, давайте все-таки сейчас еще заюзаем щит. Класс, вот щиточек неплохо режет, да? Сразу порезала на десятку, плюс еще в блок, в вампир.
Все, этот этап наш, друзья. Этот этап наш, это стопудово. Потому что мы крутые с вами. Хотя гляньте, мы как его убьем жестко. Я думаю, на него надо будет кинуть огонь еще. Чтоб прям вообще его напугать. Ай-яй-яй. Есть. Красиво. Я думаю, эта серия достойна лайка, дорогие друзья. 29-й этап. Прошли мы его по красоте. Все. Всем спасибо огромное за внимание, дорогие друзья. Мы заканчиваем на этом эпическом моменте. У нас 30-й этап сейчас, и мы с вами будем его гасить в следующей серии. Поэтому ждите следующую серию. Подписывайтесь на канал, чтобы ее не пропустить. Также оставляйте свои комментарии, до какого этапа дошли вы, какой левел заработали вы и какие комбо набили тоже вы. Поэтому мне будет все интересно. Пишите в комментах. С вами был Герман, канала Камарачи. Я прощаюсь. Пока-пока.